Привет! Сегодня я покажу тебе необычную игру FNAF, в которой мы будем управлять разными аниматрониками и увидим интересные секреты и пасхалки. Это канал FNAF Play, а я Медвежонок Фредди. Наверняка ты бы тоже хотел управлять настоящим аниматроником, и если это так, то прямо сейчас ставь лайк под этим видео. Как видишь, в этой игре у нас есть целых три аниматроника, которыми мы можем управлять. У каждого из этих аниматроников разная локация, разные пасхалки и секреты, поэтому мы поиграем за всех. Первый у нас идет Фредди, и всех этих аниматроников ты видишь на экране. Они двигаются, но мы давайте начнем с Фредди, конечно же, и аниматроник просыпается. Охренеть, вот это круто. 1997 год. Встает у нас Фредди. И мы можем начать исследование наше. Офигеть! Ты посмотри! О, вот это круто! То есть мы прям можем ходить? Вот это круто, реально. Мы видим глазами аниматроника. Давайте откроем дверь. Она вообще открывается? А, о, мы в пиццерии. Даже так? Какая-то заброшенная пиццерия. Есть видеокамеры. Это, похоже, пиццерия с первой части, да? Скорее всего, это она и есть. Ну, блин, это прикольно, конечно. Добро пожаловать в группу. Посетите Фредди Фазбера. Ну, конечно, мы уже посетили. Мы уже, блин, внутри Фредди Фазбера. Так-то, если посмотреть. Офигеть, какие-то шкафчики. Баллоны. Мы сейчас что, взорвем тут все. Шкафчики опять. Ну, в шкафчике я залазить не буду. Может, тут есть охранник? Может, давайте посмотрим. Это же офис. Вентилятор, камеры даже работают. Ты посмотри. Правда, только одна, но неважно. Короче, походу, охранника уже... О, в смысле, что это было сейчас? А, офигеть, смотри, то у него есть руки, то нет рук. Как-то так. Вау. Это магия какая-то, Фредди. Тут у нас какой-то этот маг-чародей. Офигеть, вот так вот охранник и сидит на табуретке, да, посреди ночи. И наблюдает за аниматрониками. Кто-то стену сломал, зашибись. Хорошо, эту комнату мы исследовали, пойдем в следующую. Мы здесь Ага, сральник. Капец ты, Фредди, все засрал. Ну, Фредди у нас засранец, он такой, да. Ну а что вы хотели? Это же вот аниматроники так живут. Засрал весь толчок. Пойдем искать остальных. Тут мы были уже, да, вот сюда мы не ходили. Вот сюда мы еще не ходили. Это что за куток? Это тут типа Фокси выступает. Вот так вот выступали у нас аниматроники для четверых человек, тупо, знаешь. Это, короче, VIP-комната. Там у нас Фокси стриптиз танцует. Не, реально, ну это похоже на, да? Похоже. Хорошо, давайте пойдем вперед. Может, мы найдем выход из этой пиццы. Офигеть! Офигеть! Ты пос... Это Голден Фредди? Это кровище? Это что? Это Спринг Бонни без лица. Вот это контент пошел сейчас, да? Офигеть! Спринг Бонни без лица. И причем он еще, ну, не зеленый. То есть он как бы новенький. И тут у нас Голден Фредди без головы, правда, голова рядышком лежит. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Это прям, да, это прям я, да, узнал себя. Ну, смотри, какой красавчик. Присесть я не могу, к сожалению, я бы сейчас присел, посмотрел, но нифига. Это, получается, вся пиццерия, да? Не, ну, красавчик, ты посмотри. Но это Голден Фредди из второй части, на самом деле, это не из первой. Видно по лицу, что он из второй. Уши, правда, кривые, ну ладно. Сам костюм, конечно, классный, почему-то столько крови, я не знаю. Но это плакат Голден Фредди из второй части именно. И мы, походу, играем за Фредди из второй части. Получается, мы обошли всю пиццерию, да? Ну, как бы, тут не так много контента за Фредди именно. Поэтому давайте переключимся у нас за другого аниматроника. У нас еще их целых два. Давайте выходим в менюшечку. Это мы посмотрели с тобой Фредди. Давайте переключимся на Бонни и глянем. Офигеть, он разговаривает. Ой, кот, ты тянешься-то хорош. Еще как скримак будет. Где твои глаза? Ты меня обнять хочешь? Чё тебе надо? Отстань от меня. Очень интересно, да-да-да. Чё он несет? Заткните его. Ты вместо Фонгая нам рассказываешь историю или что? По-моему, он сломан. Я не знаю, я что-то нажал. Может, я... О, я его включил. Зашибись. Теперь мы Бонни с одной рукой. Однорукий бандит у нас, Бонни. Бонни, однорукий бандит. Камера, кстати, работает. Это новая пиццерия. Мы выступали перед публикой. Публику всю мы съели, походу, потому что никого здесь нет. Хорошо. Рука у нас есть. Это хотя бы одна, знаешь. Мы уже можем стакашку взять, там, я не знаю, баклажку, биту бейсбольную кому-нибудь офигачить.
Это вот что? Для кого это место? Мне вот интересно, кто такой умный, что будет тут сидеть? Так, я уже вижу офис, вентилятор. Это пиццерия второй части, что ли? Опа! Это что? Мини-бонни? Мини-бонни? Что за говно? Какого хрена ты сидишь тут? Я не понял. Ты кто? Это мини-аниматроник или что за приколы такие? Я, конечно, все понимаю, но такого я еще не видел. Я такого не ожидал. Мини-аниматроник. Мини-той Бонни. Без лица опять. Че у вас у всех лица-то отсутствуют? У вас все поотрывали лица? Фредди стоит, не машет, смотри. И опять камера. Одна. Ну, вентилятор это без него никуда. Вентилятор это, знаешь... О, привет, ты живой? У тебя там, кстати, брат-близнец. Да, живой? А, ну, блин, привет. Как дела? А че тут без руки, без ноги? Ну, ладно, у тебя одна нога есть, я вижу, хорошо. Нога у тебя есть. Да, а руки-то где? Где руки-то просрал? Рассказывай. Че, весело тебе тут, да? Че, ты со мной разговариваешь, да, тебе весело? Ну, чувак, ты в курсе, что у тебя там друган на полке сидит твой? Че ты мне ногой теребишь, ты задолбал? Может, тебе запчасти найти надо, да? Или что? Хочешь запчасти найду тебе? Я поищу руки, ноги, надо, да? Да? А, ну, на, хорошо, сейчас без проблем, баняха, без проблем. Сейчас найдем, сейчас все найдем. Нам надо спасти той Бонни. Кто-то ему оторвал руки, я не знаю, за что, может, он кого-то лапал. Но мы разберемся. Пойдем дальше. Сейчас все сделаем. Так, опять грязные сральники. Да капец. Ну уже Бонни с нами общается. Уже, знаешь, уже хорошо. Уже мы не одни. Уже той. О, пацаны, привет. Как вы тут? Вам нормально, да? Это же мини-я. Это мини. Ты посмотри, это мини. Я могу себя погладить. Почти. Погладим себя, да? Мини-я. Мини-Фредди и мини-той Бонни. Это целая коллекция мини-аниматроников, я смотрю. А это башка Фреддина. Чё тут с Фреддина башка делает, я не понял. А можно мне на улицу выйти? Я вижу, я слышу. Все. Да, я такой, я все вижу и слышу. Откройте мне дверь, я пойду. Нет, не открывается? Капец, даже выйти не дают. Ну и хрен бы с вами, я в лес не хочу идти, поэтому... Я пойду к своему другу и... Походу, это весь контент, который здесь есть. Именно за Бонни. Мы сейчас пойдем за Чику поиграем. Да, Бонни, тебе же нормально тут? Не, ну классно, познакомились мы с той Бонни, правда, без лица. У нас-то есть, у нас же есть лицо. У нас есть лицо, да? Ага, есть, да? Я просто как бы не в курсе, я же тебя не вижу со стороны. Ну ладно, Бонни, я, короче, пойду, ты тут сиди, я тут с тобой остаюсь и выхожу. Я пойду за Чику поиграю. Поехали. Нормально, хоть пообщались. Да, у Бонни у нас лицо есть. Видишь, Бонни нам не наврал. Реально, есть у нас лицо. Все, пойдем за Чику поиграем. Она тоже говорит. А че тебе глаз-то выбил? Че вы все такие разобранные? 97-й год. Капец, вас потрепало время. Я не могу, пацаны. Ладно, у Чики глаз потерялся. Надо найти, по-любому. Ну, пойдем, найдем. Я как бы, я не против, я за... Ох ты ж, вот... Вот это контентище уже пошел серьезный. В смысле, Чика, ты что пиццерию-то подожгла? Дура совсем? Кто... Фредди, ну как так-то? Фредди, ты что? Ты сейчас сдохнешь. Ты горишь, Фредди. Потухни, потухни. Я не знаю, давайте... А, у меня рук нет, я чем тебя тушить-то буду? Я не могу тебя потушить. Фредди, ну извини. Нехрен было в костер лезть. Я не виноват. Все, отстань от меня. Кто-то, короче, поджег пиццерию. Какого хрена? И Фредди вместе с пиццерией. О, я могу по коробкам ходить, смотри. Чика у нас такая, может. Может, Чика захочет. В туннель. Это не настоящий туннель, это фейковый туннель. Меня обманывает игра. Какого хрена? В лес я не пойду, там Слендер. Пойдем по дороге. Тут шкафы выкинуло, ржавое, капец. Ладно, пусть Фредди горит. Это мне напомнило песню из FNAF 3, там, когда тебе будет в огне жарко, что-то такое, да? Да, там, когда аниматроники горели. Ладно, короче, о, а вот еще пиццерия. Опа, опа, там кто-то живой. Смотри, там живой. Живой наш друган. Пиццерия Фредди Фазберс с огромной головой Фредди наверху. Офигеть. Это Голден Фредди. Блин, привет, а ты что, бухой? Ты нажрался, что ли? Капец, а ты в шары долбишься, слышь? Ты, походу, это... Ты перепил, ты тут в говно, ты посмотри на него. Он вообще не соображает. Ты руки пропил свои, я не пойму. Ты за бутылкой тянешься? Ты чем ее брать будешь, у тебя рук нет? Алло. Фредди. Капец ты жрать. Ты смотри, он набухался, аж ржавый весь изнутри. Ты посмотри на его челюсти. Посмотри на его эндоскелет. Посмотри на его глаза, он упоролся.
Да? Ну ты упоротый. Короче, Фредди, я тебя... Ему больше не наливать. Да я не могу с него. Кто-то ходит тут? Чё за звуки? Как будто кто-то ходит. Мне уже страшно. Так, Фредди, ну-ка не пугай меня. А чё у вас в пиццерии такие окна затонированные? Ни хрена не видно. Капец, вы тонировку на окна сделали теперь вообще. Заправка есть. О, я поеду сейчас. Это моя точила. Это моя точила, да. Да, не удивляйтесь. У Чики есть тачка. Можно сесть? Это как в GTA. Я сейчас угоню тачку и поеду. Можно? Нет? Блин, чё так плохо-то? Так, Фредди, ты там это, слышишь? Не надо тебе бухло больше, не наливать ему. О, смотри, тут что-то какая-то авария. Капец, Бонни сбили. Да как так-то? Бонни, у тебя что, жизнь трещину дала? Кто тебя? Как ты умудрился в аварию попасть? Так, подожди, его фиолетовый человек сбил? Ну-ка, вышел быстро отсюда, слышь? Фиолетовый. А там никого нет, да? Фиолетовый человек сбил Бонни, или кто его сбил? Запорожец? Что это за ржавый развалюх? По-моему, он тут лежит уже 40 лет. А вот эта машинка новенькая, это видно, что точила фиолетового человека. Ну, вы знаете же, как она выглядит. Вот она такая вот и выглядит. Я бы ее угнал, конечно, но Чик туап не поместится. И у нее рук нету, чем она водить-то будет. Жалко Бонни, конечно. Бонни сбили. Он был так молод. Мы только что играли за него, бегали, подружились с той Бонни без лица. И вот такая вот трагедия случилась, смотри. Сбили его, в аварию попал. Да как ДТП? Вызывайте ментов. Сейчас разбираться будем. Тут машина уже проросла, ё-моё. Бонни, ну как тебе угораздило, серьезно? Блин, ну печаль, печаль. На печальной такой ноте у нас закончился контент в этой игре. Мы весь посмотрели, все. Не, ну в принципе, мне хватило. Это было забавно, это было прикольно. Особенно бухой Golden Freddy. Я так не пью, не надо сейчас на меня говорить. Я нормальный, приличный Golden Freddy. Вот этот вот из второй части, он в говно. А я нормальный, все, не надо тут ничего писать. Короче, все нажрались, и кто... Подожди, я, кажется, догадываюсь... Так, это вот он в говно нажрался, сел за руль и сбил Бонни. Golden Freddy сбил... Все, преступление раскрыто. Чика у нас, короче, этот... Детектив, она раскрыла только что преступление. Короче, вот этот вот нажравшийся медведь из второй части, это не я, опять же. Сейчас вот начнете путать, это не я. Вот этот вот... Ну, у него, смотри, у него глаза в разные стороны. Я говорю, он перепутал дорогу с деревом или что там, я не знаю. Короче, избил у нас Бонни. Ты чё, козел? Я ментовку сейчас позвоню, сейчас тебя разберу. Сейчас фиолетового позовем, он тебя быстро разберет на части. Посмотри, что ты сделал, а? Как так-то? Блин, жалко. Вот кому жалко Бонни, лайк сразу. Лайк за Бонни надо. Надо как бы, ну, пожалеть аниматроника. Ты посмотри, его там все. Разнесло, он уже весь ржавый, капец. Как Golden Freddy. Может, они вместе бухали, я не знаю. Ну, короче, жалко Бонни. Вот, мы контент посмотрели, было круто. Надеюсь, тебе понравилось. И ты лайкнул этот видос. Потому что было реально угарно. В общем, вот такая вот игрушка. Ну, это даже игрой-то сложно назвать. Скорее всего, какая-то технодемка. Но зато в ней реально были пасхалки, прикольные моменты. Особенно бухой Golden Freddy из второй части. Опять же, это не я. Не надо писать, что это я. Я не сбивал Бонни. Это вот этот вот, который бухой. В общем, спасибо всем большое. Надеюсь, ты хотя бы раз улыбнулся. А значит, должен поставить лайк под это видео. Потому что это реально было прикольно и забавно. А сейчас всем удачи и всем пока.